Дмитрий Иванович, какие сегодня ощущения преобладают? С одной стороны, команда не рассыпалась после обидно пропущенного гола со стандарта уже на первых минутах. С другой стороны, все-таки опять без набранных очков. Да, чувства двоякие. Мы, можно сказать, не то что провалили, но мы недостаточно агрессивно вошли в игру. Это было видно и сразу по первым секундам, можно сказать, игры. И тот эпизод, который привел к угловому, мы недостаточно агрессивно сработали. Недостаточно агрессивно сработали при самом угловом, пропустив. Согласен, что не развалились. Были отрезки в игре, когда мы действовали правильно, действовали агрессивно, действовали очень интенсивно, сдерживая соперника, плюс имея возможности для того, чтобы сравнивать счет. И во втором тайме был отрезок, когда мы владели инициативой, владели преимуществом, создали момент, где должны были сравнивать счет, мяч попал в штангу. И после этого эмоционально, возможно, просели, не поддержав этот порыв. Возможно, если бы мы сравняли, я думаю, что могли бы довести игру до как минимум ничейного, а то и, возможно, до победного результата. Этого не сделали. Понятно, что уже потом в конце была авантюра с нашей стороны. Пропустили встречную атаку соперника, где они забили второй мяч. Чувства двоякие. С одной стороны, да, вы правы, что мы опять без набранных очков, но мы видим прогресс игроков, как индивидуально, так и команда в целом. Мы видим их желание, агрессию. Сегодня в этом... За исключением первых стартовых минут, мы их не можем упрекнуть. А недостаток агрессии, который периодически виден, это психологическое? Я думаю, да, это в первую очередь неуверенность в своих силах. Это в первую очередь, я думаю, что с этим связано. Все-таки, как ни крути, игроки молодые, игроки, которые не все получили опыт, даже играя во взрослом футболе на первенство города или области, или на КФК, да, то есть не все игроки прошли эти низшие лиги, и которые в какой-то степени закаляют. Поэтому они сейчас, этот опыт набирают сейчас. И результат страдает от этого, конечно же, но они получают несомненный опыт. Я думаю, что они должны прибавлять с каждой игрой и по игре, и по результату. И я думаю, что вот нам нужно работать больше над их уверенностью в себе. Уверенностью в своих силах, уверенностью в партнере и в том, что они могут быть сильнее, они могут навязывать свою игру и то, что они хотят делать на поле, а не просто противодействовать тому, что делает соперник. Сегодня вы использовали не все замены. Да, сегодня матч складывался таким образом, что... Во втором тайме мы не было нужды менять игроков, никто явно не проседал, затем уже мы в конце среагировали, выпустили, у нас оставалась одна замена, хотели менять нападающего, но поняли, что есть моменты, есть давление, мы можем выжимать, поэтому не стали делать эту замену, она у нас одна осталась.